Прежде чем начать, ой боже, я сегодня высокая, такая охрененная. Да, слушайте, прежде чем начать, я не могу не поблагодарить и не поздравить с фестивалем, замечательный, крутой портал Ускуб, с которым мы дружим уже не один год. Они делают замечательное, большая команда, которая делает замечательное, крутое дело, знакомя нас с хорошей музыкой. Во главе этого всего действа мною любимый Володечка Колян. А я даже тебя вижу. Солнышко, иди сюда, я тебя в засос поцелую. Это офигенный человек, я его просто обожаю. Он вот, блин, он крутой. Блин, Володя Колян. Спасибо тебе, Володя. Я желаю тебе процветания, терпения. Такого же рвения к хорошей музыке. И, блин, ты делаешь охрененное дело. Я обещаю тебе поддерживать тебя, вот пока я могу. Хотя я обещала стоять на этой сцене до 85. Я буду первая рок-бабка в России. Вот, а теперь мы готовы, да, ребят? Мы можем, и мы начинаем. Мы приготовили вам такой тотальный сет, состоящий в основном из новых песен, но, естественно, боевички наши. Причем плейлист, все песни выбирал Коляшка. Люблю тебя. Поехали. Здравствуй, Лидия.